Итак, ребят, всем доброго дня. Сегодня я хочу как бы рассказать о ламинате 32 класса. У меня вот такой кусок ламината остался. Сразу скажу, этот ламинат хороший, не китайский, немецкого производителя. У него отличное здесь вот как бы покрытие сверху. Вот так, давайте его замерим. Я просто покажу вам толщину. Толщина, по-моему, миллиметров 7-8. Скорее всего, наверное, 7, чем 8. Так. Здесь вот, наверное, не очень хорошо видно. Сейчас я постараюсь. Так. Ну вот. 5. Одной рукой неудобно снимать. Сейчас постараюсь приблизить. Нет, не видно. Ну, хочется сказать, что этот ламинат 8 миллиметров, по-моему, толщиной. Еще раз пробуем. Ну вот, например, семерка расплывается. А, ну вот, видно. Как резкость не поймает. В общем, 8 миллиметров. 8 миллиметров толщиной этот ламинат. Хотел, конечно, купить 33 класс, но 33 класс реально дороже этого ламината. Этот ламинат, я считаю, что сделан отлично. У него такой замочек. Здесь и здесь. Здесь есть нижний защитный слой, это пластик. Внутри вот эта бумага идет. И сверху вот защитный слой, ну, рабочая поверхность. Для тех, кто как бы боится брать 33 класс. 8 миллиметров, ребят, это реально, ну, достаточно для дома. У меня он везде лежит, вот, кроме кухни. На кухне у меня все-таки плитка лежит. Этот ламинат у меня лежит в комнатах, в коридоре, ну, то есть в зале, достаточно большой поверхности. Вот. Он не боится каблуков, он не боится там каких-то царапин. Давайте вот протестируем. Вот смотрите. Вот поверхность ламината, да? Видно, что никаких царапин нет. Такой фактурный рисунок. Берем нож. Нож взял специально с зазубринами, чтобы вы не подумали, что там гладкий нож, он не режет, нифига. Это зазубринами, так называемые самозатачивающиеся ножи. Реально вот острый он здесь. Ну, нож абсолютно новый еще. То есть острователь. Берем и начинаем резать. Режу с силой. Вот смотрите. Никаких царапин, каких-то сверх там, я не знаю, ничего такого нет. Ну вот, можно присмотреться, есть чуть-чуть полосы. Ну вот, вот полоса, наверное, чуть-чуть маленькая есть. Ну, ее вот так вот вытираем. Все, нет никакой полосы. Реально, как бы скоблил ножом, то есть изо всех сил. Еще раз давайте в другом месте. Конечно, если прям с такой силой, как я, можно чуть его поцарапать. Но думаю, вы так не будете его царапать никогда. То есть специально ножом где-то в каком-то месте его долбить. Я это к чему? К тому, что 32 класс, его, ну, действительно достаточно.
То есть ламинат хороший. Единственное, берите каких-нибудь там производителей более-менее знаменитых и именитых, желательно немецких. Немецкие производители достигли производства ламината, ну, там, достаточных успехов. Не берите китайский. Китайского две проблемы. У него первая проблема то, что вот это покрытие верхнее у него хуже, реально. Он быстрее будет изнашиваться. И второе, то, что вот эта фактура, этот, видите, рисунок, а когда вы будете вставлять, ну, соединять ламинат, она может не совпадать. То есть здесь такой рисунок, в другой доске, там как бы вы не пытались подогнать, будет другой рисунок, то есть он весь будет идти в разнобой. На этом все. Смотрите и читайте наш строительный блок.